Привет моделистам. Меня зовут Александр Колесников. Я живу и работаю в городе Цинциннати, штат Огайо. Меня называют здесь AK, так называют автомат Калашникова по инициалам, потому что они не могут читать мою фамилию Колесников. Читают как Калашников. И тоже называют Crazy Russian, потому что я устраиваю всякие crazy штучки, как вот это, к примеру. Так я вот восстановил макет. Я, конечно, ребят, шучу. Макет я продал, и все обязательно вам расскажу. И очень хорошо все получилось. Значит так, это мой такой Christmas набор. Я его ношу в офис в основную работу, и там устраиваю себе небольшой такой макет. Понесу в этом году тоже. Я купил в 2014 году... Сейчас у меня будет вопрос, кстати. Вопрос такой. Если я сейчас остановлю контроллер... чтобы я не забыл. Слышите, немножко гудит. Если я выключу совсем, выключу, гул перестал. Что это такое? Вы можете объяснить мне, как вообще эта вся система работает? Ну, в общем, не пошло у нас дилерство, в общем, да. Как люди узнали цену, где-то 250 до 300 долларов за такие стартовые наборы, народ сразу исчезал. Тем более, что в основном это не моделисты, такие моделисты, как H0 и N-ка, все должно быть четко. Это такая, ну, забавная вещь. Так вот он у меня и остался, я использую в своих целях. Опять же, как я видео сделаю на YouTube, народ так: о, продай! Раз, я говорю, что этот не продается, но если интересно, я могу, потому что мы до сих пор, наверное, дилеры, я могу найти. Это вещь из Гонконга, но сейчас в Англии. Или посылаю их на веб-сайт, ну и там ни ответа, ни привета. Так, теперь макет. Я обмолвился словечком о макете своему клиенту, которому я продал новую Evolution Digitrax. Он говорит, с чего начать? Я говорю, слушай, мужик. Ну, это было где-то в сентябре. Я говорю, у меня есть макет, но я его сейчас буду восстанавливать. По крайней мере, я его должен, так сказать, отрыть и чуть-чуть привести в более-менее рабочее состояние. Ну и мужик потом куда-то пропал на месяц и опять выплыл недавно. И вот я из-за этого начал восстанавливать этот макет. Он доволен просто. Супер доволен. Я тоже доволен. Места, видите, много теперь. Для игры в настольный теннис здесь вообще-то, да, ну и всякие поделки делать. А еще лучшая новость, это все вот здесь, ну кроме там наборов ниже лежат, это для моего макета, который проектируется, и скорее всего уже надо его делать. Детекторы, видите, и новый декодер, как он будет работать, мне не для стрелок, для других вещей. В общем, вот такая история, такой апдейт. Мужик классный, недалеко живет, то есть я уже все упаковал, ему там в придачу много всяких было позиций, и все счастливы, как говорится. Ребят, ответьте на вопрос, пожалуйста, кто знает, как вообще эта штука работает. В обеих, в головном и заднем этих, по-моему, ли это электричка или дизель, не уверен. А может быть, здесь что? Здесь типа контактной пары или нет? Не уверен. Ну, не так важно, почему это все так вот гудит. Я слышал, что есть какая-то типа цифровой, не DCC, но что-то какой-то цифровой. Их можно управлять индивидуально, но не очень пропеллер в этом. Окей. До следующих встреч. Скоро на моем макете. Давай.